Террор под лагерь, прям чувствуется. Странно, вроде вообще прическу выбирала и глаза совсем другие, блин. Непонятно. Так, наконец-таки стаж фришки наступил. Что-то из народа пока никого не видно. О, тут и набор раннего доступа выдают через почту. В каком это смысле? А вот здесь я открыл почту, и получилось так, что здесь написано набор раннего действия доступа. И там, короче, смотришь, там, короче, лежит типа сундучка, и в сундучке Пушка. Воину меч, потом свисток, сертификат черная лошадь, сундук, 10 штук какой-то с краской случайной, расширение слотов 2 штуки, набор инструментов и премиум на 30 дней. А, и походу после этого активации этого према, походу, наверное, у нас будет этот 5 слотов расширения. А где ты эту почту нашел? А в правом, получается, нижнем углу. Да-да-да, вижу-вижу. Вопрос, если мы случаем не возьмем его, мы сможем играть на Pay-to-Play-то? Я не такой рисковал хуйни? Бы. А мне не нужны эти бонусы, но здесь сейчас. А вот да возьми, чё, прикольно, посмотрим хотя бы. А просто у меня бабла сейчас нет платить, чтобы играть на Pay-to-Play-то, если такая хуйня будет. Чё-то не распечатывает. Ты активировал его? Нет. Кстати, танк может регенить спокойно ХП от того, что блокируется. Что плюсы раза танки очень, очень большие. Ой, блядь, тут народу пиздец уже стало. А ты где там уже? Я гоблинов бью, у бесов. Далеко ушел, я только к тренеру прибежал. Да хуй стоять, ты мучишься.
Кстати, воин нормально долбит так-то. А почему он должен ненормально долбить? Тут описал, что у него физатака типа херовая. Дамага нету. Ну, тут не знаю, я им дамажил, в принципе, неплохо так. А я тут мобов красных вообще убиваю в легкую. Ну что, поищем донатарский шоп? Только что-то как-то с трудом шмот берет. Ой, дроп падает, и он вообще берется еле как с трудом. Питательный корм 30 штук, стоит 25 рублей. Киси есть 350, 450, 450. Никто не хочет себе мебель в дом за 1500 рублей. У меня 1000 лежит. А вот тут премиум костюмчики. Но белье, которое увеличит чисто удачу на плюс 1, стоит 200 рублей чисто. А вот остальные костюмы, которые ничего не дают, уже 1900. Ты взял себе там премиум? А он у меня почему-то не активируется. Пишет, типа, нету места или что-то такое. Ты долго понатыкай, потому что здесь глюки вообще дикие идут. Я даже дроп собрать не могу почти весь. Беспонтовые очки на колдунью. 400 рублей. Да ну нахер. Очки? То есть очки навыков? Очки в смысле очки. Пирсинг 150 рублей. Надо взять себя и стыкать. А зайди в этот магазин. Тут много чего есть. Сейчас буду в городе. Че, я чуток 8 левел. Вот премиум плюс еще один премиум 700 рублей. А говорили на выставке, что 750. Ладно, хоть так. Хотя 50 рублей это не столь важно. А если по отдельности их покупаешь, получается 400 и 350. То есть получается 750.
Максимальная грузоподъемность 1850 рублей. Как вам? Максимальная? Ну да, тут на 150 типа килограмм. Расширение персонажей, слот 600 рублей. Блядь, дроп не берет, деньги не берет, короче, он. Смотрите, все-таки замели очки, убрали баночки, которые восстанавливают очки работы. А, да, они писали. Пишет, типа, нельзя переместить предмет из инвентаря персонажей. Чё, Миха, ты зашёл? Да нихуя, я не могу создать, блядь, ник, фамилию, все занято нахуй. Что так слишком дохуя людей, что ли? Я думал, вообще людей будет не так, чтобы прям много. Еще все в чате пишут, покупайте, покупайте наборы, заебали. Вот, блядь, и уговорили все нахуй. Слушайте, ребята, реально, серебро, короче, не поднимается. Поднимаются любые другие предметы, но не серебро. Вот квест вообще с такой сложностью берут. Великий старт фришки. Ё-моё, возрадуйтесь, люди. Я даже не могу квест взять, блин. Слушайте, все нормально бегают? Ну, я сейчас пару жуков убил, да, сейчас квест клацаю. Ну, глючит, видно, глючит. Ну, еще пипец. Только разлагался. Ну, вот у меня глюки были, а потом уже разглючил. Как ты его, блядь, активировал? Я не знаю, блядь. Клацаю, клацаю. Нихера. Может, он не активируется, слушай. Он, скорее всего, просто так висит у нас, а активирует только на P2P мы сможем. Нет, нет, ты это, буйду какую-то говоришь. У нас все вот эти шмотки также и на фришку даются. Как примак на 30 дней, набор инструментов и так далее. То есть нам и здесь спокойно будет доступ. Тут-то у нас доступ свободный будет, только премиум у нас будет всего этот.
скажи, на 30 дней. А дальше придется за премиум платить. А, на P2P у нас, по-моему, бесконечен, да? Да, да, на премии он идет, этот, ну, на P2P сервере идет как бы встроенный премиум полный. Поэтому там вообще не нужно париться насчет этого. Ну реально выгоднее было за 2,5 купить. Ну, если считать, что тут полный премиум будет стоить, вон, стоит 700 рублей, а на подписка на P2P сервер будет стоить в районе 500 рублей, то тут только ради премиума, можно сказать, уже есть выгода большая, не считая уже шопа. По сути, я смотрю на фришки не такой уж жестокий донат, но если считать, что люди будут покупать жемчуг за донат и этот жемчуг обменивать на эмочки, а эмочки покупать точки, то я думаю, это в принципе жестоко. Оп, меня выкинуло. А у меня дроп перестал подбираться. А он не подбирался. Он подбирается, короче, есть только шмотка. Но, я только шмотку смог поднять. Да, вещи всякие. А деньги нет. Ну, в принципе, это даже не деньги, там 11 серебра падает. Это так. Для виду чисто. У тебя даже в линейке, блин, побольше бабла падало. Ну там хоть соотношение было верное. Денег и шмоток. Ну, это как бы совсем другая игра. Не, ну вот в этом плане здесь, конечно, баланс такой немного. Сделали, конечно, немножко не так. Но здесь как бы рассчитывают на основном на квесты и на добычу. Че, все на E6, да, играют? Ну, я, да. Вообще, меня не должны были выкинуть, я же премиум. 2500. Разбежался, тут все такие. Не, еще за 1000 есть. А, ну да. Это за 500 рублей стартую через 3 дня. Ну, все равно. Если мы в ранний доступ, это не значит, что нас не должно выкидывать. Кстати, воин хорошо разносит пачку. Только вам научиться блокировать. Вовремя. Ну, у тебя там станы какие-то есть, то прочее, в принципе. Я им играл, как бы, вообще, можно сказать, легко. Я смотрю, признание этих монстров дают вообще быстро. Даже на том же ЗБТ я бил там по 10 мобов, чтобы дали эти знания. А тут, блин, одного-двух хватает с головой. Но я смотрю, тут при сдаче квестов, тут задержка большая идет. Секунд 10-12. Я даже шмотку на себя одеть-то не могу, ты тут говоришь. Я вот как сигу на себя одел и все, и пипец.
Ты уже Сергу нашел? Ну да, по квесту получил. Мне интересно, почему у меня прическа совсем другая выбралась? Ведь брал я такую нормальную. Ты знаешь, как твое мнение их не колышет. Был черный, стал белый. Заебись. Ну, бывает так.